отличный звук. Отличный просто звук. Нельзя настроить звук. И на русский написан с маленькой буквы. Один из самых ужасных текстов, что я когда-либо видел. Он выходит за... Кто так делает? Кто так делает? Кто так? Кто такие игры делает? Как тут что работает? А почему кресло более текстурированное, чем пол? Ну, хотя отлично. Довольно-таки полигональная тень у меня в GTA такая. Я же говорю, полигональная тень, очень высоко полигональная. Тут все лучше другого. Только сравните эти газеты и этот чертов вентилятор. Зато я могу смотреть свои текстуры хобана, и я все вижу довольно-таки удобно. Ступени, по которым я могу подниматься боком. Будущее уже в нашем мире. Почему-то закрыта всего одна дверь. Почему они такие разрисованы? Что со второй она закрыта? Это что за такое вообще? Что это, блядь, такое? Ну вот сейчас серьезно? Панорамную фотографию? Хотя может даже и обычную. Я бы такую себе на рабочий стол поставил. Какая-то странная книга, нажмите для активации. Ну, собственно, это вообще делать надо. Это точно хоррор? То я... Дайте текстуру тени лучше другой. Ну что ж, сейчас тут больше ничего нельзя потрогать, кроме... Что произошло? Как я в притоне-то оказался? Ну, в принципе, логично, почему двери были открыты. О, да. Много. Короче, что? Кто? Где? Что это? Чего? Ха-ха, пидор, света боишься. Пойди читать листочки. Что теперь? И это все? Вот это весь хоррор? Ну, это серьезно? У, притон. У, дерево опало. У, кровь. Нет, это борщ пролил. Ха, шутки про борщ. А, лестница, с которой я скатился, как скатываюсь на ютубе. Вот, опять шипит, иди сюда, ты говно собачье. Кстати, тут столов вроде этих не было. Ну что, блин. А, это топор шепчет мне. Прекрасно. О, пол, тень исчезает, когда не отходишь. Весело. Хоррор за 6 рублей. Ой. Ой. О. Вот и разработчики. Это типа комментарии их, что ли? Или зачем это сюда впихнули вообще? Серьезно, специально спасибо. Спасибо. Геймдизайн. Да ведь ты белый! Вот ты не взял. Посчитайте, сколько тут геймдизайнеров. Как плохо выглядит эта игра. И как громко лает моя собака. Выбран топор. Что с ним делать? Не могу даже предположить, для чего этот топор.
Я просто не буду это комментировать. Довольно красивая симфония. Иди сюда, призрак, я вызываю тебя на танцпол. Мы будем танцевать до упаду. This is real? Что? Что реально? Что? Тут очень много дверей. Закрывайте, мы нашли нужное место. Ай, ладно. На самом деле здесь очень скучно. Не, ну весело. Самое, блядь, лучшее отражение, которое я видел за окном. Свет должен уже отражаться. Эффект отражения там. Все дела, нет. Что тут у нас есть еще? Это что? На что? Вот на чем? На чем? На чем ты висишь? Мразь. Все ты. Я не знаю, куда идти. Сейчас мне это напоминает немного SCP Containment Reach, но там за мной меня бы уже убили, а тут меня еще никто не трогает. Я даже монстра не видел в этой игре еще. Я же все равно загляну. Потому что... Ну да, понятно. Это очень злобный унитаз. Хорошо, я вас понял. Понятно. Спади, шо лагает то? Неужели это настолько next-gen игра, что он компьютер не выдерживает? О, листочек! И шо? Но мы типа гнаться должны, это типа слендер что ли? 8 листков? Доброе утро. В дворе 16-й год, хотя не помню какого года эта игра, но всем плевать. Ведь так. Главное, что это хоррор, главное, что в нем, главное, что мы должны пугаться. Но почему этого не происходит? Интересно, почему? Листочек! Ну чё, всё? Игра пройдена? Я победил? Стоп, если я собрался листочки туда. Чё? А, ну да, логично. Намного лучше слендера, я ошибся. Чё? Коридор? О. О, кровь. О, группы. О, перденье. О, текстура. Я слышу мух, но я их не вижу. В чем проблема? Ой. Оп, оп. Все, слендер идет за нами. 2000 какой? 11 вроде. О, господи! Ну, книга не подбирается! Уррр! Ой. Окей.
Я не хочу заново перезапускать этот ад. Оно настолько ужасно, что... Да пошло оно все...